Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, значит вы знаете о Station 922 МКВ. И недавно я задумался, что если оригинала не было... Нет, я не дебил. Дебилизм выглядит так. Я провел опрос, вы видите его на экране. Два человека ответили, что оригинала с полочником не был. Один человек сказал, что автор отошел от окна. Но возможно он думал, что я про это. Вот еще под этой постановкой есть ссылка на удаленный оригинал. Но она липовая. Если бы это была настоящая ссылка, то когда мы туда нажмем, то увидим надпись «Нет доступа». Видео удалено пользователем, который его добавил. Но там написано «Только нет доступа». В крипипосте написано, что видео сняли в Москве. Но мы знаем, что дом, на котором мы видели полочника, находится по адресу. Первым, улица Веселая, дом 1. Это доказывает, что автор крипипосты видел видео, но не знал, где его сняли. Вроде бы мы доказали, что оригинал был. Но может автор крипипосты и липовых снимков не хотел, чтобы к нему ломились тысячи людей? Но я продолжаю находить новые снимки. Вот один. А этот из оригинальной секунды. Качество секунды ужасное, и неясно, фейк это или нет. А еще если сравнить эти два снимка, то мы видим, что освещение разное. На первом снимке синее, на втором желтое. Это значит, что минимум половина скриншотов фейк. А вот еще одно доказательство, что оригинала не было. Люди, которые сказали, что видели оригинал, говорят разное. Одни, что палочник поднимался, другие говорят, что спускался. Но мы знаем, что он улетел на розовом слоне. А еще нам известно, что оригинала нет в интернете, на телефонах, на ПЭК, на флешках. Это говорит о том, что оригинал нельзя было скопировать так, как его не было. Доказательств того, что Station 922 МКВ не было, достаточно много. Но мы не можем это утверждать. Это всего лишь теория. И у меня все. Пока-пока, друзья, до новых встреч.